Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Вы знаете, что буквально два дня тому назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу для того, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. В этой связи хочу предупредить. Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза. Это приказ для правительства. Поэтому всех надо ставить на место. Никому не препятствуя, в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты.